ДКС фурнитура. Это системы типа короба. Не внутренняя, а внешняя проводка. Для того, чтобы вытащить само гнездо RGN, нам нужно будет отогнуть вот эту вот гибкую лапку. Здесь прорезь, на отвертку немного поджимаем, и она у нас с легкостью отстегивается. Далее нам нужно зачистить от старых проводов. Делать это мы будем следующим образом. Далее без шпинтовалки будем шпинтовать новый кабель. Сначала нужно зачистить, и далее либо по А, либо по Б, в зависимости от того, какая нам нужна будет прессировка, выставляем провода. В данном случае ставим по варианту Б. Далее разворачиваем синий. Запрессовывать будем ножом, так как у нас шпинтовалка отсутствует. Берем нож и тупую сторону впрессовываем наш заведенный кабель. Также это можно делать и тонкой отверткой плоской. Главное убедиться в том, что кабель прорезан и отпущен до конца. Далее кусачками можно будет подрезать окончательный вид придавленный. Далее берем кусачки и светодиод приводим в цивильный вид. Шпинтовалка сама обрезает. Она автоматически сделана так, чтобы подрезать край после того, как его заведет. Так, далее. Сначала вот эту вот часть вставляем в верхнюю, а потом нижнюю. Заводим и вставляем для защелкивания. Все.
Розетка у нас готова, осталось ее поставить на место. И далее закрываем короб.